Всем привет! Привет, ребят! Вы на канале Багира Фэмили, и мы сегодня приехали опять на рыбалочку. Только да. Рыбалка сегодня не вечерняя, а утрешняя. Вот, как тебе вставалось с утра? Ну, нормально, чуть-чуть плохо. Ну, нормально, не, ну все, приехали вот утречком, смотрите, вот такое место. Забросили уже две удочки кормаковые, кстати, уже немного клевало, пока мы забрасывали. Вот, ну еще ничего не поймали. Надеемся, что клёвый дальше будет, и мы что-то словим. Так что, ребят, смотрите, не переключайтесь. Я думаю, будет интересно. Погнали. Ребят, небольшие поклевки есть, вот, но, наверное, мелочь, потому что ничего не получается подцепить. Вот, но на крючках ничего нету, то есть все съедает. И прикормку, и опарыши. Кстати, ловим на опарыши, прикормка зеленый горох. Вот, с прошлой рыбалки осталось, новую уже не покупал. Так, ну будем пробовать дальше, надеюсь, дальше будет лучше. Вот это да, пока настраивала прямой эфир, да? Что-то клюнуло. Я чуть не офигел! Что-то хорошее. Да? Ой, жалко, что мы на прямом эфире. Ёлки! Ёлки-моталки! Не, ну мы не зря сегодня сидели. Блин, надо в прямой эфир быстро выходить. Вот это да! Боже, ты такой новый! Ребята! Вот шок! Это я заметил! Да, а ну-ка, Боня, он... Так она так, слушай, спокойно даже рыбилась, да? Она даже... Боня, он как в твой рост! Капец! Она даже вот так покрутилась! Ничего себе! Так, я выключу. Не, ну хоть не стыдно домой вертаться. О! Есть! Вот, отойди. Так, мы поняли. 9 часов надо приезжать на рыбалку. Да, 9 часов. В ливень и в 9 часов. Ну, что-то идет. Руслан, а сетку хоть він не утащить, він сильно скакає. Есть? Есть! Карасик! Мы плакали, да. И на плаву. Бодя, иди. Он очень скользкий. И тоже такой резвый. Так, надо в дождь. Это правило. И в 9 часов вставать. И вот это поймать. Руслан, ты б сетку десь на палочку, а да, то він бешеный. Да ну він бешеный, ты шо? Так, сейчас рыбаки все позбегаются на наши крики. Ой. Еще один. Да. Не, ну, ешку, не стыдно же видео выложить. Ну что, звездный воин? Звездный воин. А я думал тебе. Понятно? Так уж. Появился азарт и на одну, и на вторую. Все, работы сегодня не будет, походу, да? Ну что, давайте еще азарчика такого. Да, есть. Это уже лящ, наверное, ребят. Не под лящ. А что, наверное? Ты не знаешь точно? Это просто по размерам. Я не знаю, я же не важен. Напишите, кто знает. Помилуй, не знаю. И не знаю, что, да. Я знаю, что по размерам, но. Это ты вот сюда слева закинул, да? Ну, вот, да, клюв. А, где же сдергается?
Ну что ты им казав за размеры? Не, я знаю, что маленький это подлящ, а тот, что больше, это лящ. Ну вот какая, до какой, до какого уровня это подлящ, а до какого, с какого это уже лящ, не знаю. С килограмма, наверное, уже лящ считается. Ну там, наверное, есть килограмм. Да я думаю, да. Бачу, там стульчик звалив. Бешеный. Так, а це уже сильно часто дибає. Может быть мелочь. Да? Та так нормально, глянь, дьор, дьор. Підеш ти, підеш ти. Коли вже буде спінінг утаскувати, то чи треба дотягнути. Я тільки сяду і почне клювати. Що, єсть? Щось маленьке, да. Да? Ну хоч маленьке. А то я сиділа півчаса над тим показом. Немає? Добре. Ти рано дьорнув. Богдан почав кричати. Перекусили с Бодей бананчиками. Угу. Сейчас ждем, когда будет клевать. Угу. Да? Клевала. Не, ну что, поклевки есть, но небольшие. Да. Конечно, бывало и получше. Да. Может быть, конечно, из-за жары такое, не знаю. Папа, уже подтечение, тонаж ближе идет. Добавилась вода? Угу. Может быть, да, чуть-чуть. Не вижу. Возле бутылки, видишь? Надо вынуть. Ой, какая! Какие вон. Ага. Ой! Ты куда? Ты куда? Ты куда? Ты куда? Куда? Ребята, у меня небольшая поклевочка. Но. Небольшая? Ну что-то я не могу понять, как она вроде бы опускает. Знаешь? Бе-бе. В общем, ребят, пока не клюет, пособираем немного мусор, который тут пооставляли. Вот. Никто давно его убирал. Позасоряет. Непонятно чем. Тут явно рыбаки. Остатки кукурузы. Надо перчатки в следующий раз брать, это мы уже другой раз убираем, так, да? Русан, поклевывай, поклевывай. О, ящерка, бой, дивись! Блин, бешеная каша! Так она прям на нас! Бодь, я вышел. Бодь, ну что, ты видишь, она преследует тебя. Ужас, я думала, она сейчас в сумку заскочит. Не сердце! Не сердце, смотрите! Ай, в мене не сердце, я думаю, чи сумку хватать, чи тікати, чи що делать вообще. Може, сейчас ящерка опять вийде. Ну, вообще безстрашна якась, да? Оно вона лазить, там лазить. Она вот! Ну, їй срочно надо було туди. А там покльовує, покльовує. Она да. Боится. Вот она там-то. Ну такая. Поклевка небольшая. Бит-бит-бит. У меня пакет только один. Один, да. Может, что-то совместим вещи и еще один. Тут в один пакет не влезется. Это ж у нас тут такие культурные люди ходят на рыбалку, да? Ну да. А потом кричать, яка у нас экология. Сами ж засираємо це все. Не серце. Не серце. Вони як би жлака врізана. Будемо вона глянула, там папа що більше, ніж ми. Думаю, треба на менших бігти. Ну, да. Ой, ужас. А то не глядала, не сюди. Так, що у нас? Руслан, клюет, вот клюет, ты же сказала. Давай, давай. Что, есть, нема? Нет. Блин, поклевала нормально. Сейчас опять. Все было нормально, ну что ты. Ребят, один пакет уже собрали, сейчас освободили второй. Тоже позакидываем. Тут вот пораскидывают.
все, что можно. А там поклевочка уже. Поклевочка? Да. А мы, кстати, как только собираем, сразу начинаем. Так, только отвлекаемся. Кстати, ребят, вы как отдыхаете? Что там убирать? Это просто не мусор. Да, хотя бы пистолет с собой не оставлять мусор. Я думаю, это не тяжело. Это просто легко. Просто. А оно потом получается, вот это все падает в воду. Да, может быть, что-то клюет. Так, ребят, в общем, два пакета вот таких. Сейчас мы на обратке будем ехать и выкинем этот. Так что, кто за чистоту, ставьте лайк. В общем, ребят, рыбалка подходит к концу. Да. Вот, мы сегодня с трофейным лящом, таким хорошим. Видишь, правда будет. Вот, будем сейчас собираться и ехать домой. Да. Вот, потому что вставали аж в 5 утра, пока сюда добрались, пока разложились, в общем, да, уже и кушать хочется. В общем, будем ехать назад. Кому понравилась такая рыбалка, ставьте лайки, пишите комментарии. Кто не подписан, подписывайтесь на канал, да, быть? Давай, чихай, что было правда. В общем, ребят, мы погнали. Всем спасибо, всем пока.